парке Подмосковья. Вот 10 лет назад я здесь гулял. Вот реально можно было малины ведро насобирать, дико растущий. Ну, я смотрю, все так не вырубили, не вычистили. Но, тем не менее, облагородили. Вчера с товарищем ходили в баню. Ну, уже не первый раз мы в нее ходим. Тут она недалеко от его дома. Первый раз мы пошли. Вот, настолько мне понравилось. А, кстати, малина растет. Вот видите, она здесь в Подмосковье, что интересно, в диком виде. Просто с ней никто не ухаживает, ничего. И она дает огромный урожай. Мы же дома, сука, с этой малиной. Что только не делаешь, и урожая нету. Вот, ну и пошли мы первый раз в баню. Мне настолько понравилось, все так классно было. Мужики пришли опытные как раз к вечеру, которые раскочегарили эту баню. Вот, а вчера мы пошли, а это называется детский день. Такое ощущение, как будто детский сад в баню привели. Одни дети, короче. Ни пару не поддашь и очередь. Вот, мужики пришли уже к вечеру, которые вот эти опытные. Но уже наше время заканчивалось, поэтому, короче, не попали мы как следует. Но меня сподвергло к тому, что я на даче, когда еще купил в 2003 году, я начал строить баню, залил фундамент, и на сём мое строительство прекратилось. В общем, наверное, я прям загорелся, продолжу и построю себе баньку. На следующий год точно. Вот прям все брошу, но баню построю. Вот, ну и хочу сказать свои замечания. Грибы ищу, может быть, все-таки попадутся белые. Хочу сказать свои замечания по поводу питания, здоровья и тому подобное. Значит, я уже лет 5 назад, как начал заниматься спортом. Смотрю, фундучки какие растут интересные. Тоже ничего с ними делать не надо, они тут растут. Так вот, лет 5, как я уже начал заниматься правильным питанием, поддерживаю диеты, кето-диеты, карнивор-диеты, бросил углеводы. Ну и более-менее уже начитанный в этом деле человек, экспериментирующий над собой, немножко понимающий, как это все работает. Обратил внимание следующее. Опа-на, а вот они, грибы есть. Трутовики. Да, трутовик какой-то. Ну, съедобный. Причем будет, правда, как кирзовый сапог. Ну да ладно. Так вот, я обратил внимание, что даже дети лет 12-15 уже с шарообразными животиками. Вот это называется инсулиновый тип человека. Постоянные перекусы, быстрые углеводы, прием пищи. А те, кто в возрасте моего года рождения, примерно кто-то постарше. Вообще все дядечки такие шарообразными животиками. Это очень грустно. Грустные такие мысли в голову лезут. Что не осталось у нас здоровых людей. Абсолютно не осталось. Тем не менее, те, кто ходят в баню, это те, кто ведут здоровый образ жизни. Более-менее следят за собой. Ну, хотя, опять же, в баню кто-то и пиво приносит. Я смотрел, сидят мужички, пиво пьют. Но когда-то и я так тоже делал, баловался. Но со временем приходит понимание, что здоровье-то у нас одно. И его ни за какие деньги не купишь. Так что берегите себя. Берегите себя. Занимайтесь спортом. И прожить вам 1000 лет. Всем хорошего настроения. Всем пока. Подписывайтесь на канал.